Доброе утро. Как-то жизнь без меня идет. Надо посмотреть. Хочу в магазин зайти, заодно кофе выпить. За столько. Кто это мне сейчас? Кто это мне так звонит? А, Эстер. Эстер, я бой. ¿Y qué hacemos? Pues no tengo ni idea, porque yo no voy a entrar ahí a... Porque no... Joder, ¿verdad? Доброе утро, мои дорогие. Мне нужно в магазин. И заодно кофе выпью. Как здесь жизнь без меня проходит, интересно. Мне Адамчик сказал, Саня, купи. Мне уже гораздо лучше, конечно. Я первый раз выхожу за... Сегодня... субботы. Я первый раз выхожу, а сегодня уже вторник. А ну как на улице? Тепло, не тепло? Ай, нормальная погодка. Погодка хорошая. Ай, Арнольд. Арнольд Шварценеггер. Я его не ожидала тут увидеть, если честно. Ну, ой, вен. Что-то ты, говорит, слишком, говорит, легко одета, нет? Я говорю, нет, вроде бы. Пойду кофе выпью. Адамчик мне сказал, купила Саня, тетя. Адам, я дичу, купила Саня, тия. Лёва, минут я бегу, мира, да, сдела, карны, дос. Два, говорит, для дедушки и для него. Семь, раскрыто. Уже кашель лучше, девочки. Чуть-чуть мокрота хоть выходит. Извиняюсь, что так говорю. Но уже немножко лучше. Горло все равно болит, я пью таблетки и все. Ой, как хорошо на улице, девчата. Я уже соскучилась, я вообще на воздух не выходила. Хорошо. Ну, это тебе не холодно? Я говорю, нет, очень хорошо. Мне нравится. Ко времени первый. За столько времени такое ощущение, что первый раз пришла, девчата. Сразу волосы свои поправляю. Это ради вас, да? Но хочу вам нравиться, да, девочки, еще больше, чем нравлюсь. Ой, девчонки, вас не видела своих подруг. Сейчас я им сообщение отправила. Говорю. Короче, во сне мы собираемся в ресторан какой-то пойти, что-то отмечать. Что-то отмечать. И главное, я говорю, давайте пойдем в этот ресторан. Они мне говорят, давай в этот. Вот эту прям столовую. Подождите, выйду, не хочу ее показывать. Вот так. Давайте, говорю, пойдем в этот ресторан. Они мне говорят, нет, давай в этот ресторан. Стоим, спорим. Но у меня машина новая, Мерседес розовая такая, перламутровая, такая красивая еще. И они спорят со мной, спорят. Там дорого, там не так, там здесь не то. Ой, какой ветер. Там не так, тут не так. Короче, дорого. Теперь вроде бы решили пойти в какой-то, я не знаю, в какой. И прихожу к ним, их забрать. Они мне говорят, мы уже пошли. Вот. И приносят мне этот контейнеры. Дают мне два контейнера. И говорят, вот, мы уже взяли тебе, выбрали все. Я беру этот контейнер, в сумку ставлю. И иду, а этот контейнер там открылся. В сумке суп, короче, у меня в сумке там смешался с моим. Ой, я такая злая. Такой сон, сейчас я им пишу, как вы, мои подружки, как вы, ваши дела. Они говорят, как ты, что за голос? Я говорю, вот так заболела, что ты нам не сказала, мы бы пришли тебя проведать. Я говорю, зачем, если я болела? Вот ты всегда вот так делаешь, никогда не говоришь. Если что-то туда-сюда, могли бы позвонить, поддержать тебя. Мы по тебе скучаем, когда ты придешь. Без тебя так плохо, без тебя так скучно. Я говорю, как приятно, спасибо. Я говорю, если говорю, на эти выходные хорошие дни будут, как будто дождь капает чуть-чуть. Капнуло на мне две этих
Дочка будто хочет пойти, девочки. Хорошо, что окна не помыла. Вот не зря окна не помыла. Ой, иду спокойно, девочки. Видите, не выходила, болела. Вот сейчас вышла чуть-чуть, да? Чуть-чуть прошла, я уже устала, девочки. Я уже устала. Дышу тоже вот иногда носом, иногда ртом. Так что мои подруги по мне скучают, девчата. По мне скучают. Сегодня у Кайтана экзамен. Девчонки, вам видеть надо было, мои золотые, как она пошла в школу. Вчера ночью она там чуть-чуть, смотрю, взяла свой планшет. И вроде бы там что-то, тему какую-то, смотрит. Я говорю, о, ты что, говорю, возьми сейчас же телефон, убери планшет, не надо учиться. Зачем тебе учиться? Она так, у меня завтра экзамен. Я говорю, а, ничего страшного, принесешь двойку и все, ты же знаешь. Я говорю, ничего страшного, он просто отнимается телефон и все. Ты давай, говорю, она такая, вот. Так как я и сказала, что я, если это четвертная, хоть одна шестерка будет, только разрешается по музыке, по физкультуре и по рисованию. Шестерку разрешается. А остальные предметы должны быть все 7 выше. Он такая, вот я переживаю. Сегодня утром встала в школу, и Стелла меня отвела. Сегодня утром встала в школу, тоже взяла. Тоже взяла этот планшет. Учит. Смотрю, шпаргалку делает. Ой, мне так смешно стало. Шпаргалку делает. Я говорю, для чего эта шпаргалка? Она говорит, узнаешь, тетя, вот сколько раз делала шпаргалку, говорит, и никогда не потели. Я говорю, это всегда так бывает. Это не только у тебя. Она говорит, ты тоже делала шпаргалки? Я говорю, конечно. Мы все, говорю, наверное, когда-то делали шпаргалку. Там такую она шпаргалку сделала, девочки, целый такой лист. Я ей говорю, ты же его вытащить не сможешь. Она такая, да, я тоже сейчас об этом думаю. Томас, перестань. Ты уже ходил на улицу. Опять ты мою тапочку взял, да, Томасик? Томасик, у тебя такие ногти. Надо ветеринару сказать, что он тебя чуть-чуть постриг, потому что это ненормально. Томас, ложись, отдыхай. Успокойся чуть-чуть, дай мне сесть, я устала. Дай мне сесть. Ой, девчонки, как пенсионерка. Устала, девочки. Вот так, сейчас чуть-чуть отдохну. От себя приду. Вот оттуда вот сюда пойти, я уже устала. Вот у меня после, помните, я ковидом было у меня вот этот, что у меня здесь, волос, что ли, не знаю. Вот когда у меня один волос вот так что-то, ой, меня прям раздражает. Сейчас у меня волосы не так падают, как постригла. Это тоже плюс. Вот когда у меня ковид был, я тоже вот так ходить не могла. Чуть-чуть пройдусь, и сразу, девочки, какая-то отдышка была, вот не могла. Ой, как-то вот так. Сегодня у нас 7 число, завтра 8. Посмотрим, девочки, как мы там этот. Хотя это выйдет 8, наверное. Или, может, сегодня вечером уже и выйдет. Ролик, не знаю, посмотрим. Посмотрим, девочки. Ничего готовить не буду. Адам мне дал тоже хорошую идею. Лазанья. Поставила в этот. Ой, девочки, устала. Я еще, значит, не выздоровела полностью. Как-то так получается. Ой, спасибо вам всем. Спасибо вам всем. И за лайки, и за подписки, и за комментарии. За то, что все пишете. Выздоравливаю. Мед нельзя, говорит, когда болеешь. А некоторые пишут, да, мед с молоком. А вот видите, вот там некоторые пишут, нет, нельзя. Только здоровому человеку надо мед. Наверное. Ну, я вот... Горло у меня вот щипело, вот не могла покашлять. И чтобы не кашлять, я чуть-чуть, вот знаешь, ну там крупиночку меда раз в горло, чтобы вот на горло. И вот, наверное, нельзя было, не знаю. Так что вот так. Но вчера ночью встала, дышать не могла. Понюхала этот, закапала носик и стало лучше.
Вот так, сейчас надо просто не поменять. Надо просто не поменять, девочки. Надо все пропылесосить. Хотя я бы не сказала, у меня там грязно или еще что-то. Везде все в порядке. Ну, вот здесь вот эта кофта моя есть, потому что я ее одеваю, снимаю. А так, ну, окна, да, там помыть надо. Подоконники, окна. На кухне тоже не бардак, я бы не сказала. Что-то мой муж часто стал фрукты приносить. Сейчас я вам покажу. Вчера принес. Так, это моя дочка выпила. Сок оставила тут. Вот полный сок, девочки. Вот полный. Она вот только вот один раз в день пьет. Или в школе. Или в школе, или вот, взять и выкинуть сок. Или в школе пьет один, или утром пьет. Как завтрак, да? Вот, полотенце. Стала фру... смотрите, какой этот принес. Виноградик принес, апельсины принес. Это хлеб надо убрать. Мне этот принес. Бананы это. Но я помыла виноград. Он такой немножко с кислинкой. Он такой кисленькой. Вот так. Вкусно, конечно. Вот я люблю больше белый виноград, чем черный. Это для животных. А так вот, все, он вчера посуду помыл. На кухне вроде ничего. Это в стиралку вещи. Короче, беспорядка такого прям нету. Втроем. Хотя мы троем, девчата, но все. Один человек делает, это я. Понимаете, у нас так. Вот только я заболела вчера, чуть-чуть сказала. Ну, слушайте, ребята, вот я вчера вообще не могла ужинать. Ребята, ну вы поужинали, да? Вот Кайтана и Стеван. Неужели вам так сложно убрать вот это за собой? Но мы же убираем в умывальник. Это нет, мне потом, я когда встаю, вижу этот на умывальнике. Вот, что за вода такая маленькая? Первый раз вижу, сколько литров здесь? 6 литров, такая маленькая. Смотрите, какая. А это сколько литров? А это 8. Это 8. И перед ней, ой, и перед ней она такая маленькая. Вот такие дела, девчата. Вот так. Ой, устала. Сейчас переоденусь. Одену свою ночнушку. Ой. И уже как. Ну, уже как полагается. Я не могу вот такой одежды дома. Мне надо сразу пришла, переоделась. Руки помыла все. Даже сейчас руки не помыла, но я, девчонки, с утра полоснулась и вышла кофе выпить. Я сейчас обратно поднялась. Хотя все равно надо было руки помыть. Вот такие дела. Мой Адам на 5 минут. Ой, девчонки, какой все-таки у меня сын. Смотрите, я сегодня что купила, поставила, и вот будем кушать. Вот лосат. Какой у меня сын, девочка. Это кошмар. Какой он все-таки у меня. Знаете, Кайтана тихо. Если кто-нибудь еще хочет. И Тома, Кайтана. И Тома. Томас где-то посадила Кайтана. Кайтана, когда по лестнице поднимается, такое ощущение, что табор лошадей поднимается. Вот настолько бум-ба-ба-бум-бам идет. Понимаете? Когда Адам поднимается, он тихо поднимается. Зато заходит, как будто табор лошадей зашел. Че? А? У? А? Купила мне лазанья? А? Да? Давай, ухожу, мне на работу потом, потом до 10 остаюсь, никто меня не понимает. Я молчу, я вообще еще ничего не сказала. Вот, настолько подтвердил. Я еще ничего не сказала. Я говорю, хорошо, сынок, бери лосанья, давай чеши. Он такой, а?
хотела фрукты дать. Говорю, ничего, девчонки. Зато Каэтана буба-буба-буба поднимается, заходит. Привет, как дела, тетя? Вот так. Вот, девчата, это вообще кошмар. Воды хотела. Ой, и Стэва говорит, какая все-таки должна быть у этой девочки, которая с ним встречается. Мы вдвоем молчали. Мы вдвоем молчали. И Стэва, и я, мы молчали, сидели, молчали, на него смотрели. Я его не пускаю к себе подходить, но я же болею. Какой кошмар. У этой девочки должны быть железные нервы, девчата. Ой, какой он все-таки тяжелый. Ой, какой он тяжелый. Кайтана, как твой экзамен? Она говорит, так себе. Амирахта на чулета? На тай чуфальта? Сирай чу на чулета? Но, но на чулета. Это у него апунте. Тита сия на чулета саки. Скриви яки. Тетя здесь я записывала. О, это, говорит, нехороший, говорит, пример для меня. Ой, моя золотая. Me parecía rarísimo. Ay, у меня даже вкуса нету, сейчас не знаю даже, как она будет, наверное. Ладно, приятного вам аппетита, покушаем. Завтра в 10 часов иду с Оргой на завтрак. Отметить 8 марта. Abre tampoco, para que se vaya girando calle. Вместе хотим, там она еще одну подругу. Como la dos, tú haces así, Doca. Еще одну подругу приведет с собой. Там, я ее знаю, мы с ней уже знакомы. Так, ну, один раз сидели, кофе пили. Так что завтра она говорит, я говорю, скажи мне, какое место. Я говорю, я подъеду. Она говорит, зачем тебе машину брать? Я сама подъеду за тобой. Я говорю, ну, хорошо. Говорит, она все время смотрит что-то, которое плачет постоянно. Я не знаю, кто это плачет постоянно. Yo creo que ese era su temor. He dormido mal. А на утро сегодня я так плохо спала. Sí, a Esteban ha dicho que he dormido mal. He dormido nerviosa. Ah, sí, pero yo no he dormido mal. Sí, me ha despertado cuando he encontrado la pose perfecta para dormir. La postura, estaba así. Меня, говорит, разбудили именно тогда, когда, говорит, я взяла, говорит, именно, говорит, хорошая, вот, хорошую постуру, говорит, спать, говорит, вы меня разбудили. Конечно, в школу надо. А как ты хочешь? Когда маленькая была, Адамчика в школу я водила, ты плакала, тоже хотела в школу. Плакала, туда внутрь хотела зайти с детьми. А сейчас плачешь, не хочешь туда заходить. Я ее сажала, вела в школу, Адам рядом, Адам ее целовал и уходил. Она как плакала, туда вовнутрь хочу, показывала мне пальцем, отведи меня туда, я тоже хочу. Я говорю, в школу хочет моя дочка, она, да, хочу. А сейчас... Целый день на телефонке сидит. Целый день, Кайтана. Подожди, да. Целый день сиди на телефонке. Не учись. А я учила. Не учись. И сразу через пару месяцев телефон в ящичке. Я Мирее подарю телефон, если она плохие оценки будет вытаскивать. Tomásico padre. Tomás y ya hay que meter en el libro de familia. Y verdad, que ha jugado, meterle. Показывает. Lo Pulisos Dyson. Dyson ya. Я когда мы на фото, когда здесь он летает, мы хотим пойти. Сейчас, как я вылечу себя, лучше буду чувствовать. Мы хотим пойти сделать портрет семейный. Адамчика тоже позвать. Адам, Кайдана, и Стивен и я, ну, четвером вот так сесть и фотографироваться. А потом одну фотографию хотим, чтобы Томасик был. Кайдана хочет. Ну, я же не медиваю.
a su hijo. Esta nota que va a llegar el puesto. Calle. Tenemos que hacer una foto. ¿Quién? En un retrato, un médico yo, un fotógrafo. Хочу здесь повесить большой портрет нас троих, четверых, и у меня дома. Ну, разные сделаем. Ну, вот это. Y en una de las fotos, pues toma así. Porque lo mismo hay que presentar en el jugado. La familia entera. Вкусно чувствую. Это у меня есть фотография, где бабушка и мама, моя сестра и я. Вот эту фотографию тоже хочу отдать, чтобы мне увеличили. Хочу сделать тоже портрет. На первой фотографии. Здесь у нас один есть золотые руки. Какой фотограф шикарный, вот к нему хочу пойти. Очень хороший фотограф. А это по чуть-чуть, это много. Горячие. ¿Qué pasa? ¿Tienes no tienes té? Какая ты разбалованная у меня доченька. Yo de buena te lo cogí, pero у нас говорят шашик. Шашик, шашик. ¿Qué hago? ¿Te lo traigo? No, ya sabía yo. Si yo lo hago para que tú te muevas, hija. Porque te mueves poco. Смотрите, какая она у меня красавица. Yo me muevo más que tú. ¿Qué dices? Se mueve más que yo. Sí, en el sillón, sí. Mira ese, mira, mira. Mira. Chupa, esto es todo. Chupa, mamá. Ya se dijo. Потом, да, скажешь? Я думаю, что нота это... А мне не нравится! Мукбанг! ¿Te acuerdas la otra, el otro día la mala cara que tenía? Estaba... Да, помнишь, когда это было... Así. Я не recuerdo. Ой, девчонки, как время все быстро так летит, а? Уже мы в марте, девочки. Уже мы в марте. А минуса не успеем, уже лето. И опять Новый год. Вот так. Проходит у меня что-то, девчата. Теперь вот сейчас только закапала нос. И Стеван ужин принес. Сейчас он вам покажет, что он принес. Не проходит, дышать не могу. Вот носом. Ой, какая страшная, кошмар. И завтра 8 марта, девочки. Какой ужас. Нос не проходит. Вроде бы такой, знаете, уже лучше, тело лучше, все. Тоже нелегко лежать целыми днями, отдыхать, да? Это кто не умеет, тот не умеет. И у меня не получается. Я то туда хожу, то сюда. Сегодня так голова болела тоже после обеда. Лекарство пила. Я говорю, что со мной? Может, меня сглазили? У меня есть одна знакомая, которая такие вещи не верит, как начинает смеяться. А Веристевна, не сеня лачи, как я отраиду. Сейчас он идет. Ну, сейчас накапало, слава богу. А то как... А как рыба, девчонки, это ужасно. Что pasa? Вот. Buenas noches a todos. Всем доброй ночи. Acabo de preparar. Только он сготовил, ага. Aquí hay sorpresa. Это сюрприз. Ага. Sale hasta fuego. Alitas. Куриные крылышки. Я покину hasta mañana. Сегодня утром он делал. До сих пор они горячие, поняли, да? Это un... Como un tipo perrito caliente. Un bravo de eso. No le abro porque pierde calor. Не буду открыть, потому что говорит, это, ну, сосиски с кремом. Esto es hamburguesita completa. Это бургер. Короче, бургеры принёс, девчата. Кушаем. Con su huevecito. Sí, ya. Покушаем, девчата. Завтра другой день будет, посмотрим. Завтра, наверное, уже... Уже завтра, наверное, мне уже будет все на... хорошо и все. Вообще, не знаю.
Не знаю, девочки, как будет завтра, но будет завтра. Кто мне что пишет? Не знаю. Кто-то что-то пишет. Вот так, девочки. Сегодня мы первый раз за столько времени с Кайтаной в обед спали. Давно уже Кайтаночка со мной в обед не спала. Давным-давно. Вот такие дела. Ладно, девчата, оставлю вас, поужинаю чуть-чуть. Но не чувствую, девчонки, даже вкуса, но зато ем. Вот сейчас вкус у меня потерял, видать, из-за насморка. Запах тоже не чувствую. Ни запах, ни этот, ничего не чувствую. Ни грязь не вижу, ни запах не чувствую. Ой, какое счастье! Это же надо ж так быть хороша. А то раньше я все замечала, сейчас ничего не вижу. Ничего не вижу, вот так, короче. Здесь вижу, здесь не вижу. Вот так, короче, целый день. Ты трего майонеза? Нет. Тебе, говорит, принеси майонез, я говорю, нет. Sí, vale, vamos a probar. Сейчас мустаса он принесет новый, который я купила. Посмотрите, как обросла седина, наверное, такая. Исправлю. Все идут на 8 марта. Хорошо это. А я после 8 марта. Вы уже все такие будете. А я буду хороша. Так что вот так. Это все задумано. Завтра в 10-15 Ольга за мной придет. Пойду с ней кофе выпью. Не хочу отказывать. Уже столько времени отказываю, девочки. То одна причина, то другая. Обидится еще, знаете. Подумает, она что-то со мной не хочет видеться. Я ей сказала, смотри, по твоей ответственности берешь, потому что я болею. Вот так, вот так, вот так. У меня вот такой насморк, у меня вот это, у меня то. И помните, я вам показывала вот этот мустас я купила. И хочу сейчас попробовать. Давай, так это. Ладно, девчата, целую. Пока, мои золотые.